Ну і від історії давньої до сучасної. В Дніпрі творять невгамовні і творчі люди. З 16 по 18 червня, зокрема, творитимуть нову культурну сторінку. Перший в Україні фестиваль блогерів «Дніпровський пост». Один із його ініціаторів – позаштатний радник міського голови Дніпра, він же музичний керівник театру КВН ДГУ Євген Гендін, сьогодні в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Дійсно, від історії в 1524-й, в 2017-й. Так, да, вперше за 500 років проводиться фестиваль блогерів. Взагалі, вперше в Україні. Його не було ні в Російській імперії, ні в колоніальній Україні, як часті Російської імперії. Так що в цьому плані ну, Дніпр теж свого роду блогерським форпостом становиться. Ну, якщо говорити о ідеї, як вона з'явилася і, собственно говоря... Поскольку я ассоциируясь с Фейсбуком, все ошибочно считают, что это моя идея. На самом деле я развенчаю эти мифы, оно, конечно, лестно. Идея, в принципе, это прежде всего моего партнера, моего товарища, моего соавтора Григория Гельфера, человека не фейсбучного, вот особо. Ему пришла эта идея в голову еще вот в прошлом году, он мне предложил, я посмеялся, но потом как бы загорелся, и целый год мы ее вынашивали, там, думали, как это сделать, в итоге на достаточно простом варианте, хотя он внутренне оказался очень сложным, переживает много информационных атак, но в принципе эта идея, как часто бывает, человека вне вот этой вот сети, вне этого наркотика Фейсбука. Собственно, и я на самом деле перед фестивалем за полгода до этого практически слез с наркотика. Я был мало в Фейсбуке, и за фестиваль опять окунулся и понял, что я, ну, как Филатов, наверное, после фестиваля... Наверное, возьму декрет, уйду в декретный отпуск от Фейсбука, поскольку надо очиститься, медитировать. 5 тысяч долларов кто-то пообещает для очищения такого полного. Ну, я найду как. Может быть, если я уйду и из Фейсбука, наконец-то заработаю эти мифические 5 тысяч долларов. Ну, кстати, если говорить уже о заработках, блогеры – люди, которые зарабатывают достаточно приличные деньги. Очень Но если разные. Мы говорим о известных блогерах, ну, все-таки давайте нашим зрителям объясним, дадим понятие, что это такое, что это на за профессия. На самом деле, я скептически достаточно отношусь к понятию «лидер общественного мнения». Блогер тоже. Поэтому я, исходя, когда приглашал всех людей, я лично, я понимал, на какие репутационные риски, риски отношений с людьми я иду, поскольку ну, блогеры люди амбициозные, и само понятие блогер. Может быть 10 тысяч подписчиков, и он замечательный человек, но так себя не раскрутил. Или не о политике пишет, котиков, допустим, постит, но постит так творчески, что это интересно. Я исходил прежде всего из понимания блогер. Человек, который пишет авторски, пишет от себя, пишет интересно, пишет достаточно регулярно и немаловажно, которого читают. И плюс человек, как минимум мною, не заподозренный в работе на заказ. Особенно в политической работе за деньги. Я как блогер сталкивался с предложением. Я никогда не писал посты за деньги. Может, даже если кому-то казалось, понятно, у человека есть какие-то симпатии или прочее. Были и коммерческие предложения. Одно из коммерческих предложений мне было, например, мебель поп-парада рекламировать. Вот, поэтому блогер это человек, который пишет авторски, пишет регулярно, пишет интересно и пишет не на заказ. Исходя из этого я приглашал. Плюс приглашал разных людей. Не только так называемый меншрайк, не только политический какой-то пул, потому что в этом состоит и Ирина Медушевская, допустим, есть, и Иван Семисюк, и Татуся Бо. То есть люди, которые просто пишут заметки из жизни. Есть блогеры-писатели, там Горький Лук, например, Павел Белянский. Ну вот об этом и предлагаю да, поговорить. Да. Итак, насколько я понимаю, приедут не заказные люди, ну, то есть, я по крайней мере, не увлеченные. Приедут те, кого да, я заказал. Ну. Приедут бесплатно, приедут, безусловно, за деньги городского бюджета. Это тоже в информационной атаке был один из козырей, как будто это постыдно. Я горжусь, что удается в рамках программы «Культурная столица», хотелось бы больше в 3 раза. Это имидж города. О городе говорят, сюда приезжают. У людей есть, вы поливаете, допустим, там Филатова, за назначение, да, спасибо Борис Альбертович еще за назначение перед блогерским фестивалем, который добавил волну информационных атак. Ну так, блин, вы же блогеры, у вас есть возможность приехать, посмотреть в глаза. Это не Кернес бы себя так не вел. Это Филатов, посмотрите, задайте ему вопрос, вам предоставляется площадка. И я рад, что нормальные люди это понимают.
И откликнулись. Откликнулись, да. Какое количество блогеров планируется в Днепре увидеть? И, собственно говоря, насколько я знаю, вы уже их разбили на определенные секции, которые почему-то назвали панелями. Ну, вот панель чтобы... это от них слово исходит. Уже обшутили выйти на панель, особенно женщины-блогеры много резвились по этому поводу в соцсети. Приедет, значит, в работе фестиваля блогеров участвует порядка 40 блогеров. Я знаю, что это за люди, изначально приглашал больше, потому что это люди, заполненные, в общем-то, собой, своими делами, у которых в последний момент что-то появляется. Миф раздувается о том, что кто-то вот из-за вот этого Филатовского, из-за Беркута отказался. Отказались там 2 или 3 человека. А, и плюс 2 еще человека, которых вообще не приглашал, заявили о том, что они не приедут. Да, что они отказались. Хорошо, нормально себя повел Сережа Иванов, который просто... Но он не за назначение, а он там, я же еще столкнулся с проблемой 1 гектара, я ее так назвал, когда мне пишут, у меня постоянно личка Евгений, вот если вы позовете вот этого, я не приеду. Да я с ним на 1 гектаре блогингом заниматься не буду и так далее. Но, к счастью, таких случаев отказов из-за кого-то, из-за того, что приезжает один, их 2 или 3. А так, в общем-то, это, я думаю, фестиваль людей, которые терпеть друг друга могут. Это очень интересно, это нужно людям. Это нужно нашим горожанам, интерес очень большой. И сюда едут люди из других городов, потому что такого не было. И это интересно блогерам. Вот действительно, не только писать, это люди, которые думают и пишут, встречаются с людьми, которые думают и читают. Если говорить о 3 днях, достаточно насыщенных, 16 по 18 июня, ну вот по локациям, оно тоже все так раскидано достаточно? Да нет, там достаточно компактно. Я рад, что мы, пусть неформально, но очень тесно сотрудничаем. Нам помогает и областная администрация, и Оля Горб, мой первый помощник вот в этом плане, в плане фестиваля блогеров, там и наша Наталья Терещенко. Вот, одна, 7 панелей будет. Панель дискуссионная. Ну, такое вот слово, да, иронически, очень коротко, открытие будет во дворике, строить будет сцена там поставлена, во дворике музей украинской живописи, это вообще сейчас одна из основных локаций таких вот культурных в городе становится, вот. Там я решил без всякого выпендрежа, там думали оформлять, но это уже шучено-перешучено. Единственный маленький выпендреж – синяя дорожка. Как в Каннах, синяя в виде логотипа Фейсбука, где будут представлены все блогеры, которые, ну там еще в субботу несколько доедут, которые приедут. А так это просто дискуссии, это панели, открытые, со свободным входом. Открытие в пятницу, я хочу поторопиться, успеть рассказать коротко. Открытие в пятницу в 19 часов, и сразу же в музее первая панель, и сразу же самая жесткая, самая сложная, потому что она называется «За жизнь». Это история, культура, язык, языковые квоты. Готовы ли мы поубивать друг друга за наше прошлое, за герои, мифы и так далее. Вот, это будет первая панель «Музей украинской живописи». Всего будет 7 панелей. Одна из панелей «Инновации и экономика» пройдет в обладминистрации. Там во многом там их тема, там участвует и Голик, и Яника Мерила, модератор Виктор Пузанов и очень интересный блогер Илья Кенигштейн. Приезжает Александр Соколовский, ну там интересно. Ну и остальные 5, в субботу уже пройдут еще 4 панели дискуссионные в Музее украинской живописи. В воскресенье очень острая панель заключительная, там же в Музее украинской живописи. Информационная война, отношения с Запоребриком, СМИ, внешняя политика. Еще одна политическая панель будет в субботу, это скандалы, интриги, расследования, выборы, кухня, называется «Украина в Украине». Панель будет отдельная, писатели, они приезжают со своими книжками, это и Горький Лук, и Павел Белянский, и Наташа Влащенко сейчас написала книгу, Ян Валетов, к сожалению, не будет, но его книга будет, и Татуся Бо, и Иван Семисюк, то есть... Очень разные люди. Люди, которые в реале некоторые готовы убить друг друга. Люди с разными взглядами на многие вещи. Но в этом и кайф, в этом и прелесть, что впервые в таком составе не полблогерский какой-то, а разные люди. Зрадофилы обвиняли в количестве, превышающем дозу парафработов. Парафработы обвиняют, что много зрадофилов. А это значит, что фестиваль интересный. Если говорить о мерах безопасности, вот вы говорите, что один другому может глотку перегрызть. Ну, я про глотку ничего не говорю. Я образно говорю, ну то есть, да. Муниципальная полиция это дело будет охранять? Я думаю, что, во-первых, мы уже полтора... Когда-нибудь после, в нашей следующей жизни, возможно, будет опубликован внутренний чат этим блогерами, и там 5 или 6 вол внутренних
мягко назовем их, пунических войн, которые прошли. Нет, мы это люди все-таки цивилизованные и прочее. Там, где глотки, прямо глотки, там все-таки люди не приехали. Я надеюсь, у них же есть оружие слова. Ну, и они могут, используя всякую лексику, но, в общем-то, лишь бы это было конструктивно, друг с другом дискутировать на панелях. Насколько я понимаю, вход свободный, если абсолютно да? Свободный. Любой человек может прийти, это на каждую панель вход свободный. Дай бог, чтобы поместились, потому что в музее украинской живописи, ну, 200 можно поставить стульев, ну, 250. Вход свободный, поэтому вот эти тоже, первая же волна информационной атаки была, что Филатов собирает между собойчик блоги, за бюджетные деньги. То есть думали, что это где-нибудь в Бартоломео или на даче там Филатова. Во-первых, Филатов только несколько дней назад у меня поинтересовался, кто вообще приезжает. Приглашайте так, чтобы пришли. Я считаю, что Днепр в этом плане это очень важное событие. Оно непредсказуемое событие, потому что это не артисты с заготовленными программами. Это люди с разными мнениями на разный счет. У вас есть возможность услышать этих людей, которых вы читаете, с которыми вы спорите, задать им вопросы и самим в цивилизованном формате тоже высказаться по самым острым проблемам. Закрытых тем нету. Что внутренняя и внешняя политика, что какие-то назначения в Днепровском совете и т.д. и т.п. Приходите. Такого не было. И я вам скажу, что, наверное, не будет, потому что я второй раз за это не возьмусь. Дякую, но первый раз будет вот такой вот. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що з 16 по 18 червня у Дніпрі відбудеться фестиваль блогерів «Дніпровський пост». А в гостях у нас був один із ініціаторів, позаштатний радник міського голови Дніпра. Він же музичний керівник театру КВН ДГУ Євген Гендін. Так? Так.